Канале Asmodee Play. Сегодня мы начинаем играть в снайпер. Так, высокий, обычный режим, высокий из режим испытания. На обычном режиме. Да. Итак, снайпер 3. Вот его и будем проходить. Кстати, неплохая игрушка, очень неплохая. Динамика развита. И миссии. Миссии, кстати, мне очень нравятся некоторые. Есть такие миссии аж для самоубийцы, которые. Поэтому они очень подойдут тем, кто любит воевать. Итак, снайпер, призрачный воин. Снайпер 3, призрачный воин. Вот так правильно, если... Ну что ж, посмотрим, посмотрим, какую детализацию ты мне выдашь. Это все живет скалистые горы Колорадо 19 лет назад. Ну давайте. Посмотрим. Хорошая графика, хорошая. Ну, огонь. А, пропустить можно. Это меня батя, наверное, учит стрелять. Америка, Колорадо. С оптическим прицелом. Ну, по идее, это не спортивно. Это не есть хорошо. Это брат. Брат с войны пришел. Ну ладно, не будем этот ролик смотреть. Все-таки я показываю и рассказываю про игру, а не про то, кто он был и кем был. Хотя некоторые вот ролики, да, хорошие, красивые, смотреть можно. Warcraft 3 Frozen Throne. Там мне нравится. Так, 2 минуты до прибытия, парни. Джон, серьезно, заткнись. Ну, кстати, они так будут по-английски или на русский? Сведется. Сейчас посмотрим в настройках тогда. Система прогнила, брат. Жизнь, как американские горки. Наверное, тяжко жить в одиночестве и неверии. Ты отличный солдат, Джон. Наивный и доверчивый, но всего лишь 2 ответа. Так точно, сэр, и никак, сэр. Так. Не хочу я летать, высадиться. Так, давайте посмотрим в настройках. Итак. Так, вот добрались до российско-украинской границы. Это вот сейчас актуально вообще. Проверка связи. Слышу тебя хорошо. По заданию УСО вы должны обыскать заброшенный военный комплекс и уничтожить склад биологического оружия. Будьте начеку. Конец связи. Конец связи. После тебя, Роб. Давай. Включить фонарик, лазерный прицел. Зачем? Прыжок. Подтянулся. Понял. Да. Если б я знал, похоже на какой-то полигон. Так, у меня тут весь бинокль. Так, карта у меня есть. Так, это я вот сюда выйду. Вот сюда вот. Так, нажмите, удерживайте, чтобы приблизить изображение. А кого мне надо приблизиться? Ты кого видишь? Нажмите, чтобы приблизить изображение. А, вон туда мне надо смотреть. И кого я там вижу? Так.
sure about the angle, though. Let's go and check it out. Там кто-то есть. Вот мне, кстати, туда надо. Давай. Careful. Прыжок. Might be slippery. After you. Always first. Hey, you're the one holding the Navy cross. I didn't fight for that. Yeah, yeah. Just go. Давай. We don't have. See that? И еще. И еще. Good job. Идем. Ты давай за мной. Так. И. А, так он сам прыгает. А вот сейчас нет. Как я понимаю, сейчас мне самому надо прыгнуть. До этого он сам перелазил. Right. Задача выполнена. So перебраться, перебрались. Time's in short supply. It's a fucking ghost town over there. Так, если я не ошибаюсь, тут вроде собаки должны быть. Так, посмотрим, что у меня за оружие. Пистолет, автомат. Так. Волки. Dead. Move on. Так. У меня где? Рукопашный бой-то. Давай, беги, 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 беги. Ой-ой. We're not gonna jump over this one. Нужно прыгнуть, что ли? Ага. Так. Yeah. What now? Что теперь? Погоди, я смотрюсь. Да, расщелина хорошая. Вот так вот тебе и режим разведки. Так, ладно, случайно. Это была нелепая смерть. Господи. Говорящая лошадь. Какая нелепость. Так, режим разведки, значит. What now? Let me have a look around. Так. See that scorched tree? Вот сюда мне надо. But that with a well-placed shot, you can make a footbridge. Well-placed shot. Да. Damn. Так, это главное, чтобы не в меня еще упало там. Это глупо было бы еще и опять помереть. Так. Шевелись давай. Вот я здесь. У меня есть пистолет. У тебя есть пистолет? Че ты все время на меня будешь надеяться, что ли? Yeah, sounds like they're coming closer. Так, вот я пригнулся. Okay, let's go. Вертолеты. Так. Ладно. Так. Пролог. Следовать за Робертом. Или совершить кульбит. I have a bad feeling about this. Bad feeling, huh? Так, а что за кульбит-то? Это что это за что? Так, волки, нажмите так, чтобы открыть раздел обучения. Хорошо. Так, внимание врагов, шкала заполняется. Нажмите C, чтобы пригнуться. Вас будет сложнее заметить, и вы будете произносить меньше шума, чем при обычной ходьбе. Ваш силуэт становится черным, когда вы спрятались. Ага. Метки врагов. Боеприпасы, разведка. Понятно. Right. Так. Похоже, сейчас не до нас. Не будем тратить патроны, пройдем через заросли. Ну, вообще-то... Ладно, я согласен. Okay. Go. Stay low. Им не до нас. А когда будет до нас? Счавкают нас. They could attack us. Don't think so. Хотя вот так вот я могу их сейчас. Right. Вот так вот пристрелить могу. Сразу двоих. Кстати, ну давайте их уничтожим, наверное. Нужны они нам? Ладно, оставим. Так.
надо будет. Alright, we're safe. Follow me. Давай, 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 беги за ним. Так. Ну, бежим. Следовать, изучить следы. Так. Is that all? You're the tracker in this family. What can you do? Вот. Смотрим на след. Е. Удерживать Е. Может присесть надо? Так. Надо настройки поменять. Что-то я понять не могу, что здесь. Так, ну удерживаю ее. А, надо вместе задерживать это, удерживать. Все понятно. Military boots. Two men. Must be soldiers. Army? Mercenary? Ну пойдем. Scouts? Judging by their pattern, they're organized. By their depth. Say they were carrying чем быстрее идем, shit. Тем быстрее исчезают следы. That's a safe bet. We should be ready for the worst. Так. Guess it's time for us to get to work. Stay frosty. Don't get carried away. Все идут сюда. Значит, там ловушки с другой стороны. I have eyes on the test site. Two mercenaries in there. We're gonna take them by surprise. I'll take that fucker at the edge. Так, застанем их врасплох. Я беру себя то, что с краю. Понятно. Так. Не понял. Итак, выстрел с максимального расстояния 25 метров был. More of them. Be alert. Yeah, look at that. What a wreck. Here, take it. Так. Поднять тело. Зачем? И как его поднимать? Итак, подняли тело. И кидать его вот так вот. Это на нейтрализовать у нас. Ну что ж. Так, следы, следы. Ну-ка. Сменим на калаш. Теперь у нас есть калаш. Но он нам не нужен. Блин, да что ты будешь делать? Вот так. Это я обжегся. Так, а что нам сделать надо? Забрать беспилотник? А, забрать беспилотник. Давай. Давай беспилотник. Here, it's the drone. Time for the recon. Пора you расследовать. Know how to use this beauty, don't you? I'm pretty sure I'll figure it out. Запускаем. Ну давай, покажи нам. Так. С вниз. Так полагаю. Пробел вверх. Ну все верно. Так, мне надо сейчас найти врагов. Так, беспилотник. 3 из 5. Это врагов помечено. А, 6 врагов надо найти. Да ё-моё, что ж ты будешь делать? Надо разрешение поменять, что ли? Так. Двое есть. Я так понимаю, они все внутри, наверное, должны быть. Сейчас посмотрим. Под этим куполом все должны находиться. Да
Тогда что ты будешь делать? Так, двоих я нашел. Где еще? Третий. Какие-нибудь снайперы на крышах обязаны быть. Great. Target confirmed. Так, 4-5. Вот он, снайпер. Последний где? Ты на доме или нет? Да ё-моё, что ты будешь делать-то? Сейчас миссию заделаю тогда. Задача выполнена. Так. Все, дрон вернули. Сейчас миссию доделаем тогда. И будем хреначить. Стрельба в упор, чтобы так, в позицию. Вот она позиция. С упора. Чтобы для более точной стрельбы. Но ты что, так сильно много процесс жрешь, что ли, на записи? И так, подошли. Нет, вот так поставили носочки. Все, теперь остается только выцеливать их и отстреливать. Так, работаем, убираем по одному, пока они не смекнули, что к чему. Понятно. Всегда надо начинать вот с этих вот снайперов. Так. Сейчас посмотрим, куда мы. Так, используйте их, чтобы установить подъем максимальный. Так. Я не вижу, где он. Так, поверните расстояние до объекта в верхней части экрана, используя E и Q, чтобы установить подъем прицела максимально близко к расстоянию до объекта. В данном случае 250 метров. Вот так вот. Давай, точно в голову должен. Снайпера вывели из строя, иначе бы ролика не было. Вот так. Теперь еще один. 176. Хорошо. Вот так вот. Еще один хедшот в голову. Так. Надо так-то, по идее, здание убирать. Цель номер 3. Патруль 161. Ориентир ручей. Жди удобного момента. Понятно. Так, они расходятся. 45. На. Минус голова. Да. Так, кстати, перезарядить надо. Так. Голова. Молодец. Нормально пока иду. Так. Какие-то они все черные, чумазые, господи, арабы что ли какие-то, я даже не знаю кто.
Так, 215 метров. Ну, 200 метров. Двоих сразу, так? Задача выполнена. Что нам надо? А мне? Я за тобой иду? А как же я? А, вот. Как благородно с твоей стороны все это сделать для меня. Так. Да ё-моё. Как ты много жрёшь-то с записью, ё-моё. Моих ресурсов. Ладно. Переделать. Так, за мной, братишка. Хорошо, за тобой, так за тобой. Как скажешь. So, where's your wife these days? Iraq? Turkey? Mila? She's in the Congo. Doing a piece about this local... Так, ну-ка. About it. Special Forces is discussing bombing that motherfucker. You worried? Nah, she's tough as nails. She only looks fragile. Вот, получается, будет... Какой кошмар. Итак, бежим. Идет дождь. Так, а я не понял, что случилось. Так. Приближается транспорт. Возьмем языка. Так, допрос Е. Нажмите удерживайте Е. Так, нажмите там, чтобы открыть раздел обучения. Так, допрос, так, нажмите, так, нажав F. Чтобы избежать боя, можно отвлечь противника, бросая в сторону камня, нажмите, чтобы выбрать камень, так. I'm on the spot. Yes, I've got a call. We'll bring it to you in a moment. No, we didn't meet. They were supposed to wait for me in here. Okay, we'll check that out. Ну сейчас будем брать его. Ну давай, не тупи. Нейтрализовать, е, допросить. Я нейтрализовать провалил. Итак, повторим попытку. Возьмем камушек. Так. Нам надо его допросить. Так, на Е. Не на нейтрализацию, на Е. Вот так. Давай, давай. Вот и все. Идем. Теперь, когда у нас есть разведданные. Так. А, камеры. They know we're here. No point in trying to be quiet. Вот так. All right, let's do some good. Нас заметили. After you. Так, посмотрим, что нас ожидает. Они нас ждут. Да, мой косяк, наверное. Сам накосячил. Ну ладно, прорвемся. Поди, ничего страшного не случилось. Come on, move on. Давай, шевелись. John, what? Mila's still looking forward to meeting you. No problem.
promises, but I'll do my best. Так, где-то что-то. Ой-ой-ой. Watch me, brother. Yeah, yeah, show me what you got. Так. Good job. Ну, вроде положился. Ничего страшного такого не произошло. What about you, John? Вот калаш. Но он мне не нужен. Lydia. So why didn't you two leave it, Rob? Мне надо туда забраться, подобраться. Тут какие-то взрывные элементы. А, это же эти баллоны, вот эти вот. Вот эти вот. Да. Отвлекающие маневры и тому подобное. Ну так, так, так. Хватит, хватит. Так. Теперь мы продвигаемся. А что нам надо-то сделать? Следовать за Робертом. Ну, следуем мы за ним. Суть-то в чем? Камеры. Конечно, мы их сейчас из строя выведем. Все. Будем смотреть, шпионить. Так, задача выполнена. Отметь всех врагов в этом помещении. А как их отметить? На какую-то кнопку, что ли? Так, передняя камера, следующая камера. Так. Отметить, не отметить. Сейчас мы будем уничтожать их потихонечку. Да помаленечку. Так, нет. Он за стеной. Не думал, я его вижу. Так, ладно. Или что, это камеры были? Так, так. Вход нашли. Наша цель где-то рядом. Двинули, Джон. Так, ну вон там они где-то были. За этими перегородками. Тихо, 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 тихо. Сверху. Ну-ка. Да ёшь твою мать-то. Блин. Clear. Let's go. Вот так. Блин, нет, надо что-то делать. Mm-hmm. All right, let's plant the charges here. You do remember how to do that, brother? Так, нажмите и удерживайте, чтобы атаковать в ближнем бою или совершить. Так, заложить C4 мне надо. Хорошо. Covering the door. Hurry up, John. Вот сюда. Come on, John. The chopper's here. What the fuck? Так, мы попали. Ой, меня тоже. Я так и знал. Ничем хорошим это не кончится. You know, Mr. North, I believe the best of us are also lucky. One. Two. Раз, два. Три. Вот так. Ну, не убили, и то ладно.
Don't kill him. Следующий раз. Ну так, пролог пройден. Да, конечно, немножко жрет у меня сильно. Ну ничего, сейчас попробуем исправить это. Итак, на сейчас все. Увидимся на следующем видео. Пока!